В этот или в то. Тут офисный этот. Нам нужно этот раскоп. Так, пройти. Да, что? Так, сейчас я положу вещи в рюкзак все. Так бесит сейчас на вокзалах. В белорусском. Я вот 3 дня ездил через белорусский вокзал. Но я только. Я только выходил. Итак, в подъезд, который справа, войти нельзя, там офисы. В подъезд слева войти можно, там гостиничная часть. И через нее можно пройти в общий объем. Да, именно так. Снимай. А тут смотри, какой классный объем. Да, причем, судя по всему, тут, возможно, все фонтаны оригинальные, потому что везде одинаковая. Знаешь, плитка. У меня есть некоторые сомнения по этому поводу. Вот плитка брегче. Ну вот эта плитка, да. По покрытию, конечно, наверное, да. То есть тут все время был японский и корейский ресторан? Не, ну тут, наверное, предусмотрено было место для кафе. Да, ну просто мостики, видишь, немножко японские в таком стиле. То есть вода могла быть все время, а вот это что-то добавлено. А мостики могли отдельно быть. Да. Хотя по цвету все совпадает. Так, давай. О, магазин. А, вот тут карта есть. Ага. Схема есть. Сжатая. Чтобы никто не догадался. Угу. Так. Ага.
сейчас слышишь, два раза первый раз пропить туда. Защитная штука. Потому что не может человек долго стоять тебе прислонным, там, понимаешь? Я думаю, уже ты влияет. Уже ты. Не, ну это как защита считается. Кстати, сейчас я туда пройду. Ого. Там, кстати, могут быть эти импортные пива. Я, правда, в нем не разбираюсь. Что это? О, импортная. Знаешь, только жвачка. Импортная жвачка. Потом какие-то вообще непонятные. Champagne Dreams. Мармелад. Да, да. И вот тут тоже. Мы продаем самую вкусную жареную резинку со всего мира. А кто это мы? Ну, а, нет, вот, это кстати, я их видел по городу, это не только здесь, конечно. Mm. Но тут они в правильном месте. Да. Знаешь, я сформулировал, что это для Москвы. Так это было в 80-х, да, еще? Да? 60-х? Это, я думаю, 80-х. Первый план на 70-х. Первый план на 80-х. Для Москвы это, по сути, прото-сити. А, точно, то, да. То, на что все облизывались и завидовали. То есть здесь был бизнес, тут были, значит, проститутки, гостиницы какие-то там такие, знаешь, не понимаю. Вот это все, все это, то, что сейчас в Сити есть, я вчера просто текст прочитал, немножко дурацкий, там, ну, сейчас модно стало так писать, про, типа, что в Сити есть того, типа, о чем никто не знает. А, я его начал читать, но бросил, потому что там не было картинок. Да, да, он скучный. Но как бы, вот это примерно то же самое, только 80-е. Угу. Где еще там был какой-нибудь японский ресторан на тот момент? Да нигде. Так, тут только лестница наверх. А там, наверное, еще одно. А, это может быть проход в тот объем. Да, да, да. По бэджикам. Ну, смотри, сколько переговорных. Вон, на втором этаже. Павелецкий вокзал. Торговая галерея. Слушай, а ведь архитекторы Павелецкого вокзала 80-х годов, наверное, тут были. А его в 86-м строили, да? Да, именно вот этого. Ну, там зал, где дальнего следования. 86-й год, да? Да, да. Или 85-й какой-то там. Ну да, там конец 80-х. Вот отсюда вообще классно. Да. То, что все просто мечтали. Так вот, вот тут прям можно пройти. Там, ну давай, да, хорошо, давай со второго этажа там. Со второго этажа, ну, имею в виду там виды больше. Чё? Имею в виду там виды больше. Можно. О, лестницы туда, похоже, открытые. Ну, видишь, это трехэтажная общественная часть. Да, то есть эта часть тоже клубный корпус. Там все клубное. Угу. Еще одно деловое здание. Смотри, видишь, перил. У нас ничего похожего никогда не делали. Перила восхитительные. У нас их все перила одинаковые. Потрясающе. Как такое могло получиться, что здесь никто еще не был? Я говорю, все краеведы думают, что они бомжи и боятся заходить. Mm-hmm. Ты первый, кто не испугался благодаря мне. Ну да. И зашел сюда. Я готовился, но сюда зайти не сложнее, чем в метро, нужно через метроскоп пройти. Ну да, но я готовился к этому 4 года. Ну, значит, если тянуть все получится.
Можешь меня взять, если тебе сложно. Это... Лестница, пожалуйста. Я имею в виду, вот эта светящаяся штука-то не наша. Ого. Ух ты. Там еще и кукольные часы есть. Так, сейчас звук пишу. Сделать ксерокопию. Это что? Отправить факс. Это еще не центр. Смотри, интересно, лифты еще вверх дальше идут. А, ну да, то есть там высотный объем сверху. Так, надо еще будет пройти вот туда. В другой угол этого этажа. Там мозаики какие-то. Ничего себе у нас. Такого нет. Давай, сколько там этажей идет? 5, наверное. Mm-hmm. То есть на 6-7 этаж. Что-то не нажалось. Наверное, с этого этажа вверх не идет. По карточкам только ездит. Ага. Для постояльцев. Ага. Чтобы не прокатиться. Ого, какая настоящая. Как в мире, да? Это может быть, ну, этот... Слушай, кстати, вот такие болты, вот такие вот, у меня в лифте дома были, пока не поменяли. 80-го года лифт. То есть, я так полагаю, что это наша промышленность смогла даже сделать. А я... такой стеклянный вряд ли. А я думаю... Ну, табло они могли любое поставить. Какая разница, какое табло ставить? Не, я думаю, что это кони. Кони? А у нас просто... Мы можем на первом этаже просто посмотреть, как да, оно открывается. Да, это надо будет зайти. И все узнаем. Что у нас... Я думаю, просто у нас сделали болты, совместимые с кони. А кони, оно по всему миру поставили. Это в Америке оно, по идее, тоже есть. Да. А дверь-то настоящая, что ли? Оригинальная? Дверь настоящая, американская вполне такая. Видимо, стеклом армированным. Mm-hmm. Странно, армированное стекло такое же, как у нас. Но хотя оно во всем мире одинаковое. Да. Американцы лучше научились делать двери. Они научились, во-первых, делать двери, которые... А, это гостиничный... это ресепшн. А, это гостиничный объем тут же? Конечно, вот. А, тут несколько гостиниц. С третьего этажа номера начинаются. А, понятно. Я что-то не знал, что тут несколько гостиниц в этом комплексе здесь отдельных. Здесь Краун и Плаза. Жутко дорогая. Может, еще там есть и какой-то еще новый корпус гостиничный. Номер, я приценивался, номер 20 тысяч. Угу. Ну, логично. Поэтому тут прям вот бизнесмены. Угу. А, то есть эти лифты только в гостиницу. Никаких экономичных туристов здесь нет. Ну да. Тут все лакшери. Скажем так, никто не платит здесь за номер сам. Угу. Вниз или наверх? Давай наверх, там. На третий? Нет, ну смотри, тут мозаика какая-то, надо ее посмотреть. Мозаика какая-то... Хотя ты знаешь, я видел в общественных зданиях американских. Это такое же. То есть вот это у нас общее. Угу. На ту эпоху, видимо. Вот здесь что-то такое, знаешь, непонятное совсем какое-то. Угу. Надо какая-то простая. Ну да, техника такая же, как у нас. Да. Такие же камешки, такие же, то есть наши делали. Понятно. Банкетный зал. Видите, какие лакированные. Ого. Прям. Это часть третьего этажа отдельная. Не попадем отсюда. Mm-hmm. Все, видишь, разумно сделано. Вход только через лифт по карточке. Ну да. Все как надо. Что, карточка еще типа магнитная, обычная. Mm-hmm. Вставлять нужно в пазик. Вот, а тут я чистку забрал или из плашки костюм. Mm-hmm. Все хорошо. Тут, конечно, скошенные на 45 градусов, какие-то прибалтийские, да, такие мотивы? Ну... Сразу возникает. Да. Вот случайность. Слушай, смотри, в этих светильниках лампы накаливания до сих пор.
Да, при этом вот это напыление еще зеркальное. Интересно, они их включают? Чтобы она не слепила вниз. А вот эти все время говорят, у них лампы поменянные. Ага. Сюда можно зимой сзади зайти, когда стемнеет. Зимой тут все по-другому со светом-то. Прекрасно. Так, ну давай пройдем вот так вот, потом вниз. Пройдем по той стене. Я посмотрю, как там уборная оборудована. И пройдем мимо лифтов, чтобы посмотреть таблички. Какие? Ну, заводские таблички на лифте. Смотри, здесь уборочная. Ого. Вообще. Слушай, а вот смотрите, не... Слушай, я вот... Это ресторан для, видимо, этих... Слушай, смотри, это, между прочим, несущие металлические конструкции. Я читал учебник для ПТУ. Нет. Там написано, что в российских СНИПах так, такие открытые конструкции делать запрещено без бетонного, без бетонной обделки противопожарной. То есть... А что, если пожар будет, что с ним случится? Не, ну если будет. Не, ну при пожаре такие штуки деформируются. Гнутся, да? Да. А если они будут в железобетоне, то они меньше будут гнуться. Да. Угу. Вот поэтому вот там, когда был. Пожар в Кемерово, я там посмотрел видео, я так понял, что там это, там видно были эти несущие вертикальные балки, они согнулись от огня. Приговорно-то. Смотри, черносток, медь. Угу. Очень зеркальное стекло, такого дрожащего стекла не видел нигде. Да. А, там, наверное, лестницы нету. Наверное, нет, но вот тут есть лестница. Угу. А, там, да, там вход, видишь, на конгресс, а, да, он там... по бэджикам. Тупик. А там, да, там тупик. Угу. А нет, там лестница есть, вон она. А, да. Пустимся. А, да, я видел. Работает. Ресторан Fusion Plaza. Все на Баксиуме. Осталось только бизнес-плазу. Сейчас, пройди вперед. Fusion Plaza, это же на зоне на максималках. Ну вот, ну зайди. У тебя банковская карта на максималках? Мы принимаем только рубли. Действительно, кинескоп. В заказе банкета 11 человек. Свой алкоголь, скидка 15%. Скидка на свой алкоголь? Нет. Свой алкоголь просто, скидка 15%. Ага. То есть Fusion Plaza будет твоя. Угу. Ну, точно. Еще надо арендовать Икарус 260. Коллекционеры, приехать на нем. Можно заказать катание на электрокарах? Смотри, какие панели. Никогда такого не видел. Ткань? Нет. Ну да, капрон. Почему капрон? Интересно, да, интересная штука. Приклеены к панели. Да, фанера и это. Да, и вот этих штук нигде у нас нет. И арголит. С ума сойти. Все. Все не наше. Да. Зарубежное все. Ресторан Кузнецов. Вещи. Я помню, вот на остановке Циклочкова возле Кунцево станция был китайский ресторан «Золотой дракон». Или какой-то другой дракон. Он был древний. То есть он открылся где-то там в 92-м. И очень долго там был на этой остановке. А потом закрылся, где остался Сбербанк и магазин костюмов Суды. Неинтересно стало. Опять в совок ушел. Так. Куда зайдешь? Хотя здесь Продолжение следует...
банковской. Да. Вот. Причем, видишь, даже всякие иностранные, японские. А что ты? Межгород звонит. А Комстар и МТС одновременно? 5 баксов. О, Комстар. Эта фирма еще есть. Написано МТС. Ну, значит, они друг другу принадлежат. Да. Ну, смотри, всего за 5 долларов мы можем позвонить в Соединенные Штаты Америки. Пойдем, глянем, к обмену. Какая здесь обдет? Смотри, какой классный вообще пульт здесь. Стоп-старт. Ну, это типа... пожарный пульт. Да, 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 наверное. Ну, смотри, вот, цифры ну, старые. Ну, да. Пульт не наш. Отис. Угу. Где это написано? А, вот, да, Otis. Otis. Кнопки? Понятно. Ну, как обычные кнопки, ничего особенного. Я думаю, что он все-таки пережил реновацию одну в 90-х. Ну, может быть, да, может быть, механика настоящая. Там. Да. Да. А как он такой же, как у меня вот на ВМК в МГУ стоял? А, ну да, вот электронные индикаторы-то новые. Индикаторы новые, у меня такие же были. И, не знаю, двери такие же. А, ему, наверное, это... Когда вот что... Какой пульт вызова единый? А, его, наверное, отремонтировали, когда это, вот пульт делали с карточками. Вот он точно новый. Главный администратор. Информация для Конгресса. Отлично. Буду сюда всех водить. Ну, мне кажется, вот в этом баре мы в следующий раз посидим. За чашечкой эспрессо. Тут еще и баров много. Ну, я вот в том, мне тут больше нравится. Центр международной торговли, подъезд номер 1. Хотя по-разному бывает, знаешь, такие бандитские группировки, в принципе, себе тоже там обычно... А, я читал, да, я читал... Снимают номера, там, погоду, по два. Я читал, что тут в 90-е годы чеченцы все заняли, и они заняли все так сильно... Президент отеля они заняли, почему здесь-то? Здесь тоже? Ну, или... Ну, президент отель был их. Ну, короче, этот комплекс они заняли так, что бизнесы оттуда начали съезжать. Поэтому да. Березки специально посадили. Подъезд он в общий объем не выходит. Ну, в офисе, конечно. Да, то есть эта часть с той никак не сообщается. Ну, я думаю, она сообщается с конгрессной частью. А, мы сейчас на уровне, на другом уровне. Это конгрессная часть, вот эта. Ну и, соответственно, туда выход есть. Просто там охранник стоит и проверяет бэджики. А, тут да, тут же еще и это... Тут все сообщается. Тут же еще и входы на разных тут уровнях. Пропускной режим есть. Ну, я бы здесь работал. Здесь нормально. Да, и на велосипеде можно хорошо. От белорусского вокзала ездить.
Не, от Тестовской. Из гаражей. Да, вот тут классно было бы какое-нибудь мероприятие устроить. Жалко, что там все залы только большие. Я очень думаю, дорого. Да, очень дорого, наверное, берут. Не, вот там садятся. Действительно, остановка. А, да, и табличку поставили. Перенесли, значит. То есть получается маршрут, который проходит по... О, электромобиль. Электрокар, да. Ну вот я, ну вот такие же на Дубининской улице были, только с кабиной. Класс. Ничего лишнего. Как в троллейбусе ЗИЛ. О. Апекс сервис. А, ну это обслуживание. Пловдив. Пловдив, да. А, болгарская. Угадал. Покупали на улице Красного Маяка. Да. Я думал, там только консервы делали. В Пловдиве. Пюре Глобус. Хороший Глобус. Катили на электрокаре к главному входу, сели покурить. Да. Класс. Народ с зонтиками от солнца ходит. Все не по-нашему. Техник. Mm-hmm. Просто вот идеальный такой. Так хочется порулить немножко. Mm-hmm. Дебильная конструкция, мне кажется, что он на бок сейчас свалится. Трехколесный, да. Ну он для маленького подъемности, он же не 3 тонны таскает. Mm-hmm. 3 тонны и 4-колесный, конечно. Вон, я работал с заводом этим по производству плитки. Они на палету с плиткой поднимают. Mm-hmm. А эта с плиткой весит, ну, типа, 1,5 тонны. На выезд. С туннеля выехал. Прямо шаттл. Шаттл? Да. Именно что шаттл? Да. Да, выпуск одной машины, у него, по-моему, даже прыжущих остановок нету. Да, поэтому он шаттл. Как DAS МГУ. Mm. Нет, так, по-моему, да, СМГУ с остановками формально шел. Слушай, я думаю, у него есть... А, нет, ну нет одной остановки. Там же без остановок, и вряд ли он остановится на другом. Ну да, я помню эту карту, когда его вводили, там, по-моему, только две остановки было. Ну чё?